близко. Так, продолжаем. Хочется верить. Man of Medan продолжается. Я справлюсь. Так, окей. Так, давайте сначала все осматривать, потом за этими бабоньками пойдем. Ну, проходи. Какой-то чек. Это у них типа часовня? О боже, зачем мне сейчас на это смотреть? Ни хрена тут нет. Ладно, удачно зашел. Какие-то... Господи. Страшно, я в шоке. Отпустила пока немного, но это пока. Картину, слава богу, увидели, и то хорошо. Жалко, что она не работает, как бы, в прямом эфире, так сказать. Слышал? Не смешно. Шутник, бляха-муха. Это хорошо, на самом деле. Так, вот это уже что-то... Так, назад. Раз все ушли туда... Ага, назад некуда. Ладно, ну раз некуда, так хер вы с ним. Подожди. Тут вот что-то есть. А, ну нам сюда, наверное, и надо, да? Ну да. Ладно, пойдем. Погоди. Фу, мы здесь уже были. Как это? По-моему, нет. Точно тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? Бросьте, надо идти дальше. В смысле, мы тут были? Я тут не был. Какая красота. Суп дю жур, мадемуазель. Можно подумать, ты умеешь готовить. Да ладно, расслабься. Я просто пошутил. Да. Ну и шуточки. Что за место? Думаю, это правильный путь. Да, картина висит. Вижу картину, да. Показывай. Ой, блядь, Брэд. Это больно. Это не есть хорошо. Это уже совсем не весело. Чё, стоп? Не так. Что не так? Что? Что? Здесь кто-то есть! Был ведь, ну, какой-то звук. Ладно, пошли дальше. Я точно что-то видела, движение какое-то. Крысы. Наверное, это просто крысы. Никого нет. Не смейся надо мной! Да в смысле? Что значит? Что значит я смеюсь? Что, совсем что ли глупая? Я беспокойство выразил, она говорит, что я это вот. Ну, блядь. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Развернуться? Мы все это уже видели. Хватит, Джей. У нас нет выбора. Надо идти туда. Да блин, куда я там, короче, дверь была? Нет, это явно не мой вариант. Что? О, приплыли нахрен. Мерзкие гробы в жутких часовнях. Не моя тема. Ну да, тут мерзко и жутко. Надо убираться отсюда. И надо найти Флис. Отлично, так чего же мы тут торчим? Там... А это что? Блин. Можно на секундочку выйти? Вот прям маленько. Нельзя. А где выход-то? Ха-ха! Еще выход бы найти. Вот. Какая-то дверца. А, она не открывается. Ясно. Хорошо. А здесь? А, ну так мы сюда и зашли. Я понял. Все. Теперь стало все понятно. Здесь прям сразу что-то висело. Или это гроб можно было смотреть? Гроб можно было смотреть. Ого. Хорошо, давайте осмотрим. 2, 3, 4 гроба можно смотреть. О как. Эй, тут имя написано.
Брайан Картер. Сделают? Не думаю, что они планировали навсегда застрять на корабле призраков. Какая разница, кто они и откуда? Они мертвы, а мы живы. Пусть так дальше и будет. Может, не надо? Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Страшно, страшно. Вообще, кто? Это хоть человек? Что это за чертовщина? Плохая тут энергетика. Короче, валим! Всё, спокойно, уходим. Нахер. Спокойно. Ух, бля. Зачем запирать гроб на замок? Зачем здесь цепи и замок? Ну, чем не способ разорвать отношения? Шуточки. Все шуточки. Можно посмотреть на гроб еще? Посмотри. Похож на детский. Не хочу. Да. Пошли отсюда. Да. Может, это малыш Дракула? А тут его родители, и они лежат в земле из родной страны, и... потом они все нападают на Конрада и съедают его. Конец. Нет, не надо. Не-не-не. Конрад пока что так. Хоть он и урод, козел, но пока все норм. Что такое? Ох. Ой, не надо. Опа, нахрен, опа! Чё, бля? Что там? Смотри. О, бля. Что? О, бля. Серьёзно? Ты что, меня пугаешь? А? Может, просто уйдем? Ну, класс. Вот сука. Ну, сука. Страшно же. Зачем так делать? Уходим. Почему они говорят, что мы ходим кругами? Мы не ходим кругами, как мне кажется. Прям вообще ни разу. А побыстрее нельзя? Хватит экскурсии. Есть, мэм. Управление, конечно, такое себе. О, это что такое? Откуда этот звук? Какой звук? О, так. Да здесь идеально чисто. Так, я вижу трупы. Может, сюда пойти? Там какой-то свет, тут будто... Что? Какое электричество? Этого явно не может быть. Это какие-то глюки. По-любому глюки. Какое нахер электричество на корабле призраки? Я это вообще... Да. Чё-то... Блять! Эй, сейчас не время валять дурака. Я серьезно, я на пределе. А я как будто нет, нахер. Ты кто такой? Открой от глаза. Эй. Какого хрена? Не трогай, зачем к нему лезть? Ёбница. Аптека. А, это, я думал, это аптечка, можно потрогать ее. Фу, блядь. Так, вы туда идете, значит, куда я подойду. Куда подевался Конрад? Конрад! Ну, решил проветриться. Конрад! Вот это шутка, да? Проветриться он решил. Это кто такой? Операцию чуваку прям делали, ну офигеть. Нельзя ничего посмотреть. Жалко. Ну да ладно. Блин, бедный мужик. Так, давай с другой стороны обойдем. Ну давай, давай. Посмотрим. У этого парня был аппендицит, что вполне обычно, а потом... Он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Хэштег нет. Нет. Это что? Он умер от испуга? Жуть какая. Почему бы и нет? Все, вываливаем нахер отсюда. Господи, да чего же стрёмно тут, а? Хоррор дает о себе знать, да. Да ну... Управление немного кривое, ну ладно. А Кони! Где... Кони! А где все? Где Брэд? Кони, черт, да где же ты? Чудненько. Какой курс изменен? Блять. Где и слава Конрад? Богу, что я ничего не нашел на самом деле. А то пырнули там Брэда, если вы помните. Кони!
Тихо. Хочу и кричу. Кони! Что Черт, это было? Куда он делся? О, здрасте, Олсен. Давайте Коннорда теперь с Брэдом. Коннорд. Здорово, чумная крыса. Ага. Куда мы идем? Не твое дело. Два 16 ночи великолепно. Так, это дверь? Скажи, нет. Куда мы, блин, идем? Куда-то идем. Пока все нормально. Что здесь? Что здесь? Что здесь? Эй! Назад! Не трогай! Сучка! Не дала мне ключ потрогать. По крайней мере, я... Ты не знаешь, что творишь. Делаешь, что он говорит, да? Какие-то завалы. Офигеть теперь. Так, вроде бы ничего не подсвечено, хорошо. Ой, там есть какой-то выход. Ну ладно, отсюда его не видно. Хер с ним. Не шифтит. Стой. Ну чё так... Блять. Чё такое-то, ёпа-мать. Где эти маленькие мальчики бегающие тут? Пока никого не было. Так, ну хорошо, ладно. Так. Отличненько, отличненько. Что у нас здесь? О, хорошо. Здорово. Ладно, хватит. Выходите. Чё это? Чёрт. Гребаный корабль проклят. Ну, раз ты так говоришь. Так, ошейник какой-то, что это такое? СС опять. Капитан? Посмотри. Медан. Ну. Бля, что-то там курс изменен. Хорошо. Окей. Раз уж изменен курс, ну пойдем. Как же она криво здесь ходит. Ох, блядь. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Олсен! Блядь. Так и посидеть можно на самом деле с вами. Ну это же с ума просто сойти. Не делай этого, прошу. Не было там ничего, ладно. Боже! Да что такое нахрен? Опять этот слуга кто-то умер, серьезно. Вот этот парень сейчас здесь, с нами, умер на корабле, там и остаешься. Да. Значит? Бред какой-то несешь. Ты ж сама такая вся, блядь, суеверная, чё ты говоришь, что бред? Осматривай. Это все, что ты можешь сказать? Ну давай, назад давай. Куда подевались твои друзья? Кто тут дурочка? Я не знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно! Какой секрет? Кричащий труп. Олсен? Это проход? Блять, нет. Мэр! Qu'est-ce que tu fais? Так, что-то есть, нет? Нет, это просто отсвечивает. Ну хорошо. О, бля! В рот ебал. Страшно же. Поберегите мои нервы. Эй! Эй! Картину дай посмотреть. Вот падла. Вот прикинь, серьезно? Это не есть хорошо. Это нечестно. А теперь можно я пойду назад и посмотрю на картину?
вас бордель. Что происходит? Так, вот это нехорошо. Алло, мужик. Однако. Что за хрень? Слушай, давай осторожнее нахрен. Я туда не пойду. Можно я вернусь к картине? Блять. Да подожди, ты там картина была. Куда ты пошла? О, бля. Хотя бы фонарик не навернулся, и то хорошо. Давай назад. Пушка где? Назад к картине, говорю. Эй! А где картина? На нахер. Где картина-то, ёпа мать? Есть тут кто? Так, чё-то я, по-моему, заблукал. Я хотел подойти назад, потому что... Ну, блин, проверить хотя бы. Где была эта картина, ёпа мать? Ну, офигеть. Так, чё-то я где-то... Я, по-моему, вот она. Да, прекрасно. Еще бы что-то понятно было. Давай видение посмотрим. Да это что за нахер? Ну хорошо, ладно. О, блядь! Урод, я... Прости, я... О, блядь. Прости. Урод. Так, слушай, как ты прошел мимо него? Как ты вообще сюда попал? Я пытался тебя догнать, ну, спасти и все такое. Но потом услышал какую-то хрень и спрятался. Я просто хочу выбраться на свежий воздух. Жесть, блядь. Ух, нахер. Ну хотя бы нашел картину, это я хотел. А где же этот чувак? Куда он пропал? Он пострелял, а пушку мне можно? Хотя пушка вряд ли поможет против этих козлов, ну да ладно. Быстрее никак, да? Ну хорошо, раз так. Раз так, то хорошо. Ух ты, бля. Так, я не понял этого. Что это? О, да, я помню, это... Ага, там он какой-то хрен сидит. Хорошо. Эй, замолчи. Ты что? Да-да-да-да-да, я ради этого сюда и шел. Что вы мне тут расскажете, что покажете? Так... Место трюм, 05-е какой-то, непонятно какой. Эрит Миллер. Чего? Ну ладно, какой-то, видимо, секретец нашел, это хорошо. Здесь? Дальше некуда, хорошо. Слава богу. Так. Блять! Рот, я ебал ваш первый канал. Зачем так страшно-то, господи? А, блядь. Ха-ха-ха, блядь. Брэд, я знаю, что тебя там пырнут, но я тебя прошу. Сука. Зачем так пугать? Что здесь произошло? Откуда я знаю? Дай посмотреть. Посмотреть, дай. Так, нет, я хочу посмотреть. Ну, что ты сел? Ну вот. Опа, жетон золотой какой-то прям, ну нихера себе. Какой-то... А, это ржавый, ясно, понятно. Чарли. А, это тот самый Чарли, серьезно? Который был в самом начале игры? Ух ты, а чё он такой в этом весь? Может, это не тот Чарли? О, еще один, да-да-да-да-да-да. Приехали. Вот это да. Так, наготове. Чё-то там не видно нихера.
Фонарик, конечно же. О, Брэд, отлично. Я надеюсь, ты не умрешь сейчас, чувак. Очень на это надеюсь. Так. Ладно. Вот теперь вот это уже реально хоррорюга. Ух, бля. Интересно, как было бы играть в это в коопе. Ох, орали бы. Откуда здесь электричество? Откуда? Это как будто какие-то флешбеки, серьезно, на корабле случаются, вот. Пуля. Он будто свежий, серьезно. Что там такое? Ну и что ты смотришь? Как-то можно это покрутить, нет? Ну пуля и пуля, что, как будто я не знаю. Откуда здесь электричество? Ну не бывает такого, не бывает. Угу. Супер. Все эти коридоры просто одинаковые. Согласен. Эй, алло. Что-то здесь не так. Флис, эй, ты где была? О, бля. Это как это так-то, ёб. Фух. Да. Надо уходить. Надо уходить. Еще раз посмотреть на него. Опять то же самое. По-моему, мы только что здесь были. Как вам такое? Опа, Алекс. Как странно. Странно это не то слово. Оставляй нахрен, уходим отсюда.